дошла шайба до Дерека Мича. Это Видаль. Идет вперед, объехал защитника, бросок с острого угла. Передача, бросок, гол! В меньшинстве Северсталь забивает. Николай Бушуев, третий гол в сезоне. Ну, а Линус Видаль сейчас сделал почти все для того, чтобы этот гол состоялся. И поднимают череповчане в очередной раз на ноги трибуны. 4-1 в меньшинстве получается Северсталь. Видаль смело пошел вперед, бросил поворотом, но не выключился затем из эпизода, как это нередко бывает при игре в меньшинстве. Так, кепки все-таки полетели на лед, хотя хитрик не состоялся, но две бейсболки оказались на площадке. Лайнсмены сейчас убирают посторонние предметы со льда. Николай Бушуев, он лучший снайпер. Эти лавры никому не хочет отдавать.